Официальную часть празднования в городе Нарын открыл мэр города Эмиль Алымкулов на главной площади и поздравил всех нарынчан с праздником Ноурус. Кыргызский народ еще с давних времен праздновал этот день. Мы считаем, что этот праздник Ноурус будут праздновать еще несколько тысячелетий наши потомки, так как именно в этот день мы снова возвращаемся к нашим истокам, предкам, к их традициям и обычаям. Поздравительной речи присоединился и полномочный представитель правительства в Нарынской области Аманбай Каипов. Он отметил развитие региона в сфере экономики и социального сектора. В связи с тем, что в городе Нарын именно в этот день выпал снег, полпред посчитал это хорошим знаком для города. Я считаю, что снег, который сейчас падает, дает нам особый знак того, что этот год для нашего года будет плодотворным и чистым, как этот снег. Кроме этого, я надеюсь, что благодаря этому снегу у нас осенью будет хороший урожай. Праздник начался с выступления актеров музыкального драматического театра Нарынской области. Танцоры, в свою очередь, представили постановку «Ранних журавлей». Как известно, эти птицы являются первыми весточками прихода весны. Несмотря на минусовую погоду, настроение у нарынчан было отличным. Между тем, в городе организовали ярмарку национальных блюд, где представители госучреждений продемонстрировали мастерство своих навыков по изготовлению национальных блюд. Кроме того, показали, как есть по старинным обычаям кыргызов. Уз мы готовим из свежего коровьего молока. В этом ее особенность. Так готовили наши предки. Мы до сегодняшнего дня сохранили весь рецепт приготовления. После чего это блюдо нужно есть только в кругу семьи, не выходя из дома. Таким образом, международный праздник весело и позитивно отметили жители далекого и горного Нарына на высоком уровне. Аида Матбекова, Гулира Туратбекова, Эрмек Раимбеков, Нью-ТВ.